залез в такие дебри, и сразу в руках вот такая вот жменя сморчков. Красивая пара попалась. Друзья, всем привет! У нас апрель, весна в разгаре, радует своими погодами. И появилась информация, что уже пошел сморчок. Сегодня я хочу это проверить. Он впереди виднеется, осиновая роща. Там я частенько собираю сморчок. Это очень вкусный и полезный гриб. Так что любителям сморчков рекомендуется к просмотру. Смотрите, друзья, видео, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну, а я пошел в эту рощу искать сморчок. Интересно так, береза упала на березу, согнула ее. Лежит она и растет себе. А у меня показался сморчок. Оп. Да, красавчик. Вот еще один конус торчит. Забираю. Такие вот поганки растут. Рядышком поляна сморчков, красавчиков. Вот. Немного дальше. Вот растут. Там дальше еще видел. Сейчас буду срезать. И сморчки такие маленькие, можно и не заметить. Конечно, это не белый гриб. Надо очень внимательно смотреть. Красивая пара попалась. Великолепно. Залез в такие дебри, и сразу в руках вот такая вот жменя сморчков. Стараюсь, друзья, идти против солнца. Так, сморчки маленькие, в тени их вообще не видно, а солнце их освещает, бугорочек, замечаешь. Идешь себе, идешь, ничего не видно, потом присмотрелся,
Оп. Есть. Срезаем. Оп. Это срезаем. Вот, есть. Они все маленькие. Наверное, только сезон начинается. И вот еще парочка стоит красивых. Забираем. Весенний прострел. А по-народному сон трава. А еще ведьмина трава. Красивый весенний цветок. Вот так по чуть-чуть. И пакет наполняется. Говорят, эти грибы вообще можно есть сырыми. Не знаю, правда или нет, кто знает, напишите в комментариях. А вот вообще стоит красавец. И ждет своего времени. Сморчки — неуловимый гриб. Нужно очень внимательно смотреть под ноги. Растет он в смешных лесах, в основном в осинах. Я вот нахожусь в осиновой роще, вот чуть-чуть дальше березы, там его нет. А вот с другого боку сосны, там его тоже нет. Там сморчки могут встретиться. А они предпочитают осины, в моем случае. И растут на солнышке. Говорят, что сморчок дорогой. Я не знаю, сколько он на рынке стоит. Надо будет поинтересоваться. И вообще, если он вообще есть на рынке. Я что-то такого не видел. Так что, друзья, кто знает, сколько стоит сморчок на рынке за килограмм, прошу написать в комментариях. Оп. Я просто представляю, сколько я сегодня здесь пропустил грибов. Лучше заходишь в осины, нужно присесть и осмотреться. Потому что сверху пропускаешь много. А когда присел, видно, торчат свечки. Вот кучка. Так, друзья, наверное, на этом буду заканчивать. Вышел я уже под вечер, во второй половине дня, чисто на разведку, посмотреть, есть сморчок или нет. Приседал очень много, но в итоге имеем вот такую вот кучку. Сморчок начинает появляться, сезон на него только открывается. Так что на следующих выходных в бой. Но сегодня я имею вот такую вот маленькую кучку.
темочки. Но зато вкусно. Так что так. В общем, ребята, все, на сегодня буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч!